Сейчас DVD играет. Сейчас, видите, кассета. Еще разочек. DVD. Видите, обозначение красненькие точки. Буду так переключать. Кассета. DVD. Запись сделана на самую медленную скорость. Экстра медленная. Еще разочек. Кассета играет. Пульты, друзья мои, одинаковые, поэтому пришлось вот так вот загородочку сделать, чтобы не реагировало. Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Через час уже будет Рождество. Всех добрых и честных людей, кто слушает меня сейчас, с праздником. Ну а мы сейчас развеем мифы и продолжим тему, стоит ли покупать винтажный японский дорогущий аппарат, кассетник. Я думаю, что абсолютно не стоит, друзья мои. Конечно, если кто любит всякие стрелочки, индикаторы, там поковыряться, понастраивать, это можно, конечно, купить, побаловаться, да. Но если для дела вам нужно вот именно качество звука и стоимость у вас в кармане там 1000 рублей, вот такой аппарат, друзья мои, берите. Не обязательно, конечно, DVD, можно просто взять видеомагнитофон обычный, точнее не обычный, Hi-Fi стерео, супер, вот такой должен быть шестиголовочный видеомагнитофон. Две головки здесь идут на стереозвук. Ну и вот можно там подключить телевизор, в принципе, все будет у вас высвечиваться, и DVD там. Ну, у меня DVD здесь высвечивается, но если обычный видеомагнитофон просто будет, можете записывать спокойно, например, с DVD другого посредством шнура. Там есть выходы, входы. Чем еще хорош видеомагнитофон? Здесь на автомате делается очень ровная запись. То есть вы практически по звуку, не надо там крутилками, там, как некоторые крутят, настраивать, перестраивать что-то. Здесь на автомате все четко. То есть по уровню громкости правый-левый канал просто в идеале пишет. Друзья мои, то есть вы даже видите на скорости ЕП, хотя там пишут в инструкции, что теряется качество чуть-чуть видео и чуть-чуть звука. Поэтому, конечно, если кто меломан, точнее даже аудиофил, можете писать на стандартную скорость СП. Там будет без искажений запись сделана. Не надо тратить деньги на супер-пупер деки, тем более на катушечные магнитофоны. Если вы занимаетесь действительно записью и вам нужно на магнитную пленку сделать хорошую запись, без искажений практически. Вот здесь вот вариант такой, что, как говорится, покупаете видеомагнитофон Hi-Fi стерео,
любой DVD-диск с большим разрешением, например, DVD-аудио, можно вот, видите, вот здесь DVD-аудио есть, вот, DVD-аудио, этикетка, вот, это такого плана, если у вас DVD-аудио есть, прям перекатываете на кассету, и у вас, кстати, по поводу кассет, стоят они копейки, не сыпятся, как вот многие там катушки, да даже кассеты, они по краям сыпятся, и будут, происходят провалы. Даже если у вас там какая-нибудь супер-пупер пленка, там Sony Bass, Fakfa, TDK, не исключено, что все равно по краям будет она сыпаться, так как тракт все-таки идет, а там значительное стирание. Здесь технология немножко другая, видимо, в магнитофоне, поэтому вот это исключено. Такие вот искажения, провалы по верхам ощутимые. Какой еще плюс использования? Кассеты дешево стоят. И, сами понимаете, на скорости ЕП на кассете 240 минут можно записать 12 часов записи. Представляете? Очень удобно пользоваться. В принципе, пульт есть. Не во многих там кассетниках есть пульты, где там просто одной кнопкой взял и перекопировал там диск, например, или что-то еще. И настроил там, да. Здесь на автомате идет, не надо тыркаться, там крутить эти ручки, как многие там балуются с этими усилителями, все крутят, крутят ручки, никак настроить звук не могут. Здесь все просто, включил, сам на автомате все четко у вас записал, сигнал прям ровно идет по правому левому каналу, и никаких проблем. Так что винтажные, да и дорогущие какие-то современные, может быть даже сейчас деки там делают, а покупать абсолютно не надо, по звуку они будут уступать. На Камичи какие-нибудь, там и Sony, там и Акаи. Все это в прошлом, друзья мои. Конечно, кто еще любит эти коробочки красивые, то можно купить. Но экономьте, друзья, деньги. Слушайте хорошую музыку, чтобы вам было удобно. Хочу сказать пару слов про надежность аппаратов по Panasonic. Ну и есть еще там аналогичные японские аппараты, которые тоже зарекомендовали себя хорошо уже висят. Но Panasonic, они, мне кажется, более на рынке присутствуют. Их в большем количестве. И я так скажу, Panasonic очень, как говорится, надежные аппараты. Да? Как вы видите, занимает он тоже немного места. Вот, и очень симпатичная здесь индикация, все видно. Как пленка идет, да, какой трек играет. Там же можно на телевизоре еще посмотреть, дублирование идет, да. Вот, так что в этом плане видеомагнитофон, конечно, по своей технике он превосходит. Ну, большинство, наверное, кассетных дек, может быть, какая-нибудь там супер-пупер, там, за 100 тысяч, может, тоже какая-нибудь там еще играет. Но я так скажу, по удобству пользования переплевывают и кассетные деки супер-пуперские, и, естественно, катушечные магнитофоны, которыми кто-то там еще занимается. Такой аппарат очень удобно подключить на AUX-вход любого музыкального центра. Вот я подключил к Panasonic DP1 на AUX. И вот, в принципе, все у нас работает, играет очень хороший звук. Так, это у нас играет DVD. Кассета. Вот сюда смотрите. Видите, красненькие точки. Смотрите, DVD. Я буду переключать потихонечку. Кассета.
I'm not afraid to die.